Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал, с вами Владимир. В сегодняшнем видео я вам хочу рассказать о том, что делать, когда вы посмотрели запрещенный контент 18+, как поступить, чтобы не загрузить себе вирус. Все просто, смотрите, когда вы смотрите какой-либо контент, это может быть порно, что вы там еще смотрите, не смотрите его через iPhone. А если вы решили уже заняться таким домашним хобби, то лучше... Владимир, iPhone заряжен на 100%. Не забудьте записать видео для канала. Посмотри обновление iPhone. Пей много воды. Сходи на тренировку. Хорошего дня, засранец. И так каждый раз. Итак, чтобы не загрузить вирус, нужно что? Нужно скачать себе на устройство и смотреть. Ни в коем случае не смотрите онлайн, так как малая доля вероятности того, что вы его себе загрузите. Чтобы избежать этого, просто скачайте и смотрите, или смотрите на других устройствах. Вот и все решение проблем. Но если вы уже нажали ОК при каких-то таких испуганных обстоятельствах, единственное, что вам может помочь, это сброс настроек, переустановка iOS, но опять же, не забудьте сделать резервную копию, чтобы с нее восстановиться, не потерять ваши данные. Вот и все решение. Но также, если вы сейчас смотрите на телефоне, на чьем-то телефоне друга, на планшете, на телевизоре, может, на ноутбуке, вот этот QR-код отсканируйте себе и подпишитесь на мой канал. Если вам понравилось видео, ставьте пальцы вверх, оставляйте ваше мнение в комментариях и не забудьте прожать колокольчик, чтобы потом не пропустить мои новые видео. Всем пока!